Пересмотр цен произведен в целях частичной компенсации увеличения на 20% ставок акцизов на нефтепродукты в 2013 году, четырехкратного роста тарифов на железнодорожные перевозки нефтепродуктов по территории Республики Беларусь, а также в целях поэтапного сближения цен на товары в странах таможенного союза, прокомментировали в Белнефтехиме. Напомним, последнее подорожание топлива было в октябре прошлого года. Всего в 2012 году топливо дорожало 4 раза, в 2011 – 11 раз.